Здравствуйте! Сегодня мы начнем изучать элементы башкирского танца в мужском характере. Для начала мы изучим основной ход в башкирском танце. Итак, чтобы понять, как мы это делаем, нужно взять руки в первую позицию в классическом танце. Вторую руку заводим назад. Левую руку берем в кулак. Доводим до стороны. И возвращаем уже правую руку в первую позицию. Раз и два. Раз и два. Нужно делать акцент наверх. Два. Акцент. Два. Задняя рука не прижимается к спине. Здесь должно быть хорошее расстояние. Два. Раз. Два. Акцент. Два. Точка. Два. Теперь к этим рукам мы добавляем движение ногами. Начинаем движение по прямой позиции, полуприседе. Нога, правая нога выводится вперед с вытянутым носком. Раз и жесткий притоп. Левая. Раз. Раз и два. Раз и два. Раз и два. А теперь я покажу это движение в конечном варианте. Учим движение ногами. Также мы начинаем в полуприседе. Правая рабочая нога делает движение наверх до колена соседней ноги, одновременно соскок опорной ноги. Довели удар подушечкой у соседней ноги, увели назад, притоп, привели ногу в исходное положение жестким ударом. То же самое с левой ноги. Ногу до колена соседней ноги носочком. Одновременно соскок, удар подушечкой, увели назад, притоп, вернули в исходное положение жестким ударом. И раз, и два. И раз, и два. И раз, и два. И раз, и два. К этому движению мы добавляем руки. И раз, и два. Обратите внимание, то, что руки работают здесь уже не в противоход. Спинку отклонили немного назад. Сейчас мы изучим движение руками, которое означает засучивание рукавов. Раз, два. Раз, два. Теперь добавим это движение к ногам. Следующее движение, которое мы называем выпады, чаще всего используется как приглашение на танец. В этом движении руки идут в противоход. Начинаем с правой ноги, делаем выпад. Раз. Обратите внимание, что спина, рука и нога находятся на одной линии. Взгляд у нас идет перед собой. Идет смена рук и ног. Два. И закончить это движение можно башкирской дробью. Руки на пояс. В следующем движении мы имитируем скачки на лошадях. Мы начинаем также по прямой позиции, в полуприседе. Рабочей ногой мы делаем удар в пол. В воздухе мы ударяем по щиколотке второй ноги. Приземляемся на опорную. Рабочий удар в пол. В воздухе по щиколотке. А теперь добавляем руки. Очень распространенно в башкирском танце это щелчки. Левую руку мы берем по второй позиции. Рука не до конца вытянутая. Живая рука. Вторая рука по третьей позиции. И делаем щелчки. Раз, два. Можно добавить немного вот такое движение. Раз, два, три, четыре. А теперь объединим руки и ноги.